доме на Брянщине хранится лишь одна ее фотография. Вот Ольга с этой медалью еще с прошлой Олимпиады. Сергей Сухорученков – чемпион Олимпиады 80 и отец Ольги Забелинской, серебряного призера Олимпиады 2016. Ольга Забелинская! Как и отец, она когда-то выбрала велогонки, а он выбрал другую семью. Мы жили в одном городе, но мы не встречались. Мы не общались. Не общались не потому, что мы не хотели, потому что там в той семье было сказано, что не общаться с нами. И Сережа, чтобы сохранить ту семью, стал на ту сторону. Хотя она знала про своего отца, отец ее зарегистрировал, то есть у нас в свете с рождения стоит Сухорученков Сергей Николаевич, отец. Они не виделись 16 лет. Правда, в интервью об этом он говорить не хочет. Зачем ворошить прошлое, когда сейчас уже все хорошо? Встречаются, общаются, хоть и редко. Как 16 лет не виделся? Когда я впервые? Маленькую. Когда родилась. Да? Да. А потом? И потом видел. Почему? Конечно, видел. Маленькая Оля занималась и лыжами, и прыжками в воду, но выбрала именно велосипед. Может быть, и потому, что на тренировках хоть краем глаза можно было увидеть родного прославленного отца. На велоспорт шли, вы знали, да, что это? Да, я только из-за этого и пошла в велоспорт, конечно. Я хотела доказать, да, что я тоже умею кататься, ездить на велосипеде, я тоже сильная. Приходила иногда даже со слезами там. Фотография висит Сухорученко, она видит папу, но он никогда ко мне не подойдет. Потом, когда уже он стал звонить, что-то, я говорю, а почему ты не подходишь к дочери? Говорю, как это я не подхожу? Я подхожу. Я говорю, не знаю, Оля, конечно, ты никогда к мне не подходишь. Но потом оказалось, что он подходит к другой девочке. Но с возрастом перепутать было все сложнее. Оля – копия Сергея Сухорученкова. Внешне, но не характером, уверена мама Людмила Забелинская. Он великий спортсмен, характер только в велоспорте. В жизни у него характера нет. Ну, упрямая, наверное. Упрямство, наверное, отличительная черта. Наверное, сложность есть. А хорошо ли это или плохо, я не знаю. Но в одном они похожи точно. Если идти, то до конца, до финишной прямой Олимпиады. Правда, в этот раз Ольге сдаться хотелось еще до старта. Еще 5 августа она собиралась домой, прочь из Рио. Даже уже был куплен билет на 5 число, что я уже все должна была улетать. А уже через 5 дней стояла на олимпийском пьедестале. Ольга Забелинская! В интервью нам она признается, долгая дорога в Рио измотала ее не хуже олимпийской велогонки. Кочки, буераки, зигзаги. А она не свернула и доехала. 4 года все-таки я очень так сложно шла к этой Олимпиаде. Но я себе поставила задачу сюда приехать, и я с этой задачей справилась. В конце концов, все-таки справилась. Да. Сначала был красный свет от ВАДА. На соревнованиях в Южной Америке обнаружили допинг. Сколько я могу поверить, что это случилось именно со мной? Октопамин – мощный жиросжигатель. Где его только не находят – от горьких апельсинов до морепродуктов. Но как докажешь, что это запрещенное вещество попало в организм неумышленно? Вот это вот именно вот эти вот те 1,5 года и вот эти вот несколько месяцев, ну это, честно говоря, я не знаю как, мы пережили очень тяжело, лично я и Оля. Все 1,5 года шла вот эта вот борьба. Федерация, международная федерация, она тоже не верила в том, что она принимает эктопамин. Велосипедистские, вот эти, которые люди занимаются циклической работой, он им не нужен. Эктопамин нужен фигуристкам для сгона веса. Да? Все это время главная поддержка для Ольги – ее мама, Людмила Забелинская. Они вместе нашли итальянского профессора, специалиста по эктопамину. Доказывали, попасть в организм он мог разными способами, но времени на судебные прения уже не было. Рио на носу. Пришлось пойти на компромисс. То, что тогда я не дошла до арбитражного суда, только, опять же, из-за того, чтобы успеть попасть на Олимпийские игры, надо было набрать определенное количество очков, надо было набрать форму. Опять же, без гонок это было сделать невозможно. Ну, что такое мирное соглашение? Значит, они что-то навязывают сами, да? С завтрашнего дня можешь выступать уже в соревнованиях. Но ты должна как бы согласиться, что допинг у тебя присутствует в организме.
Оля, скрипя сердцем, она, конечно, подписала эти документы, что ладно, хорошо, я признаю, что у меня в организме есть допинг, но я сама знаю, что я его не принимала. И они это знают, и они это видят. Казалось, вот он, Рио, уже на горизонте. И падение, и травма на чемпионате России не помешали отобраться. Каталась на обезболивающих. И даже шестое место не выбило ее из седла. Она набрала одна рейтинговая очков больше, чем все остальные велогонщики вместе взятые, сборная России. И снова остановка. Не пустить на Олимпиаду мог Томас Бах. Допинговое прошлое припомнили за две недели до игр. Забелинская уже в Рио, а выйдет ли на старт, неизвестно. Томас Бах! Не хотела брать в Рио даже велосипед, а рацию и вовсе забыли. Ну, просто у нас ее не было с собой. Никто не думал, что мы будем стартовать. Даже чудом взяли велосипед для индивидуальной гонки. Мы, летя сюда, не хотели его брать даже, потому что зачем лишний груз везти, лишний багаж, если мы не стартуем. В групповой гонке только 16-е, но на успех в ней она и не рассчитывала. Ведь дальше была ее коронная, одиночная. И этому олимпийскому одиночеству она отдала всю себя. По трассе я не знала ни времени, ничего. Единственное, что я знала, что я догнала гонщицу, которая стартовала впереди меня. Не то, что она довольно-таки сильная, она вице-чемпионка мира. И это дало мне мотивации для борьбы. Ее серебро назовут золотым. Отставание всего 5 секунд. Не всего, а целых, поправляет она. Золото, золото, серебро, серебро, бронза – это бронза. Конечно, я немножечко счастлива, чем на предыдущей Олимпиаде, потому что получила медаль другого достоинства. Но все-таки золото, оно грезится. А все вокруг уже уверены, до следующей Олимпиады она доедет, даже если снова будет непросто. К трудностям она привыкла с самого детства. У Ольги врожденный порок сердца. От врачей они с мамой слышали только одно – меньше нагрузок и переживаний. Она меня единственная, кто уговаривал, не то что уговаривал, искала того специалиста, который бы сказал, что мне можно заниматься спортом. И это продолжается до сих пор с боем прохожу медицинские осмотры. Тот самый случай, когда невозможное возможно. Шумы в сердце пропадают, когда ему не хочется покоя. В результате тренировок сердечная мышца увеличивается, и порог он закрывается именно мышцей. Так что главную награду она уже получила. Сердце бьется, вокруг трое детей и любимый муж. Судьбу мамы она не повторила, потому что мама и стала ее судьбой. Он мне дал дочь, я не сержусь, я бы ничего не поменяла в жизни, в принципе. Была любовь, и я родила ребенка по любви. Вот и не удержалась. Знала ведь, что будет суета, толкотня и камеры, а все равно поехала в аэропорт. Не могла не поехать. Он тоже поздравит Ольгу с победой по телефону. А она его с днем рождения. Именно 10 августа она доехала до серебра. Сергей Сухорученков ждет новую фотографию с олимпийской медалью своей дочери. После интервью показывает нам свой сад. Он посадил 5 больших сосен в честь своих сыновей от другого брака. Сергей, Егор, Владимир, Николай, Василий. В этой тихой деревенской жизни он нашел место и для первой дочери, Оли. Ее деревце еще небольшое, но, кажется, уже прочно проросло. Прежде чем дерево поливать, его надо сначала посадить, да? Потом уже, так же, как и ребенок, надо родить, а потом его вырастить. Екатерина Ведмедь, Юлия Малашина, Карина Балдеск, Александр Белоусов. Матч ТВ.